Стоп. Эй, да ладно. Эй. Это же все полная херня. Это не так уж и важно. Окей, парни, вы в порядке? Все нормально? Все хорошо. Все нормально. Эй, он просто потерял чертов телефон. Вот о чем он волнуется. О своем телефоне. Вернись ему телефон. Не-не-не-не-не. Стоп. С ним все в порядке. Хорош. Ребят, все хорошо? Все будет круто. Окей. Ты больше не будешь так делать? Хорош. В мире и так творится много всякого дерьма. Окей, погнали по новой. Итак, как написал в комментариях к этому видео один из присутствующих рядом с этим инцидентом. Парень, который потерял свой телефон, пробрался поближе к сцене со своего места, которое находилось где-то на задворках. Он встал перед многими людьми, которые находились на своих законных местах, и вовсе не для того, чтобы поближе рассмотреть Дэйва, Мартина или выступление в целом. Он держал свой гигантский телефон, делал селфи, красовался и перекрывал обзор настоящим фанатам, которые просто хотели посмотреть выступление любимых артистов. В итоге одна из женщин справедливо возмутилась таким положением дел, что, мол, он закрывал ей обзор, снимая селфи. В ответ мужчина ее толкнул. Женщина не стала терпеть такого хамского поведения и толкнула его в ответ, после чего парень уронил свой телефон и полез в драку. К счастью, с девушкой был молодой человек, который встал на ее защиту. И тут уже началась настоящая потасовка, в которую и вмешался Дэйв. Как пишет свидетель инцидента, охрана немного переборщила, но их намерения были благими, и в конце концов они все сделали правильно и выгнали самодовольного болвана вон, позволив паре вернуться на свои законные места. А что вы, друзья, думаете по этому поводу? На чьей вы стороне? На стороне парня, которому не дали сделать селфи, или вы скорее за девушку, которой перекрыли обзор? Пишите в комментариях к этому видео и не забудьте подписаться на мои депешмодовские соцсети. Макс Шелленберг в Ютубе и Макс Шелленберг в Яндекс.Дзене.